Завтра в Чебоксарах стартует всероссийский конкурс «Мисс и мистер студенчества России». В столицу Чувашии приедут 42 участника из всех федеральных округов страны. Чувашия жди! Челябинск едет! Липецкая область едет! Новосибирск едет! Чувашия ждет и готовится. Уже завтра на сцену ДК ЧГУ выйдут лучшие студенты страны. Однако творческим и дефиле конкурсы не ограничатся. Студентов ждет и сдача ГТО, и проверка интеллекта. Как отмечают организаторы, внешние данные конкурсантов не на первом плане. Как показывает время, успешными людьми становятся только те, которые обладают разносторонними способностями, в том числе знаниями, имеют физические какие-то развитые способности в целом. Да, как бы. И это залог успеха, наверное, для каждого студента в том числе. И они являются своего рода таким вот символом того, к чему надо стремиться другим. Чувашия принимающая сторона, потому что в прошлом году в Севастополе студентка ЧГУ Полина Яковлева завоевала главный титул конкурса. Сейчас честь нашей республики будут защищать Полина Зиновьева и Вячеслав Краснов. Все зависит от тебя. Тебе могут и родные стены помогать, и все что угодно, но главное, как ты выложишься. 13-й всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта открывается завтра в Чувашском госуниверситете. Обладателей титула «Мисс и мистер студенчества России 2019» объявят 11 октября. Вот по этой кулисе ровно.